Инициативу Всемирного дня некурения поддержали в Солигорском государственном колледже. Для учащихся прошло информационное мероприятие при поддержке БРСМ, основная цель которого – профилактика онкозаболеваний. Лекцию провел врач Зонального центра гигиены и эпидемиологии. Мы здесь, в государственном колледже, собрались, чтобы провести единый день здоровья. 16 ноября у нас проходит и во всем мире Всемирный день некурения. Поэтому мы с ребятами будем говорить о профилактике некурения, о том, что курение развивает большое количество видов рака, в том числе рак гортани, рак легкого. С ребятами мы пойдем в город, поработаем с населением, будем раздавать листовки, говорить, как вредно курить, как и сигареты, так и вейпы. И я думаю, что любое напоминание о вреде и любое напоминание о заболевании всегда срабатывает. Чем больше мы говорим, чем больше мы доносим информации, чем больше мы сработаем, особенно с молодежью, потому что это наши трудовые силы в будущем, тем больше положительный эффект. Борьба с курением – необходимое условие улучшения здоровья населения. Курильщики теряют около 18 лет потенциальной жизни. Табачный дым вызывает и обостряет многие болезни, действуя практически на все органы. Курение провоцирует развитие 18 форм рака у человека. Все еще значительная часть населения подвержена пассивному курению. Особенно страдают дети курящих родителей. Электронные сигареты – не альтернатива сигаретам. Жидкость для заправки вейпа крайне опасна, особенно для детей. В составе сменного картриджа для электронной сигареты содержится доза никотина, смертельная для взрослого человека.